Самая масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Московской области за всю историю ЖКХ была одобрена на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Эта программа уникальна и по затратам, и по количеству объектов. У нас самый большой объем работы в России. До 2028 года в обновление регионального ЖКХ мы инвестируем почти 320 миллиардов рублей и заменим 1223,4 километра сетей. Это в 7,6 раз больше, чем за последние 5 лет. Перемены коснутся 3,2 миллионов человек. В Подмосковье проведут реконструкцию котельных, водозаборных узлов и очистных сооружений. Акцент будет сделан на замене самых проблемных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Здесь, безусловно, нужно поблагодарить президента страны, правительство Российской Федерации, депутатов Госдумы. Была проделана огромная подготовительная работа, которая существенно изменит ситуацию в жилищно-коммунальной отрасли. В Одинцовском округе в 2023 году проведут реконструкцию коммуникаций на 56 котельных и 18 водозаборных узлах, проложат почти 22 тысячи метров сетей. Изменения коснутся 480 тысяч жителей муниципалитета. Производственная программа всех предприятий составит более 500 миллионов рублей. Также на 2023-2024 год запланированы большие объемы в государственной программе Московской области. 6,7 миллиарда рублей на различные мероприятия, которые позволят повысить качество водоснабжения, канализования и теплоснабжения. Для контроля выполнения производственных и инвестиционных программ правительство Московской области запустило специальный сервис мониторинга и учета всех этапов работ. Это позволит к сентябрю выполнить все предусмотренные мероприятия и зайти в отопительный сезон с обновленной инфраструктурой. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».